Рядовой поход в детскую поликлинику номер 4 для юных химчан превратился в праздник. Пока они вместе с родителями ожидали своей очереди к врачу, ребят навестили необычные гости. Поздравить пациентов поликлиники с наступающим Международным днем защиты детей пришли муниципальный депутат Надежда Смирнова и руководитель дошкольного отделения школы номер 31 Екатерина Долженко. День защиты детей для нас, наверное, самый важный праздник, ну, один из самых важных праздников, потому что дошкольное отделение – это дети в первую очередь, да, это дети. Наша задача – мы работаем для детей, и мы работаем для того, чтобы дети росли здоровыми, дети росли счастливыми, дети росли успешными. Гости пришли не с пустыми руками. Каждому ребенку вручили приятные, а главное – полезные подарки. Фломастеры, карандаши, раскраски и мягкие игрушки. Этот день хочется напомнить взрослым, именно взрослым, о необходимом соблюдении прав детей на жизнь, на защиту от физического и психологического насилия. Чтобы быть счастливым ребенком, всего ведь немножко надо. Любви, внимания и надежное плечо. Мероприятие прошло в рамках проекта партии «Единая Россия. Здоровое будущее». Детей и родители продолжат поздравлять в медицинских учреждениях, а 1 июня во всех парках и скверах Химок пройдут торжественные мероприятия с развлекательной программой.